Ну а если тебе нравится смотреть видосики на ютубе, тогда успей поставить лайк за 3 секунды и считаю 1, 2, 3. Привет, ребята, меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Dead Man Run. Это у нас уже вторая часть. Если вы помните, в первой части мы с вами эволюционировали за такую вот, ребятушки, кровавую невесту. А сейчас мы с вами прокачаем ее и будем эволюцию проходить за зомби, ребят. Я вам говорил в прошлой серии об этом. Смотрите, та-дам, вот и, в принципе, наш зомби. После зомби у нас будет вампир. Будет очень здорово, если мы сегодня с вами также еще из-за вампира сыграем. Ну, посмотрим. Если довольно-таки быстро мы будем проходить эти все уровни, то тогда мы прокачаем еще с вами эволюцию вампира. Вот и, в принципе, наша первая миссия готова. Давайте мы, ребятушки, как можно дальше забросим эту вот девушку. Так, на какой X мы ее закинем? На X, 2 и 3. Ну, в принципе, неплохо. Давайте будем дальше тогда это все дело прокачивать, ребятки. Отличненько. Ой, смотрите, ребят, как же круто. Мы сейчас, наверное, с вами следующую эволюцию зомби прокачаем. Ну, что-то мне так кажется. А ну-ка. Нет, и нет, уже на следующий раз мы ее прокачаем. После этого уровня, ребят, у нас будет следующая эволюция зомби. Что-то мне подсказывает, что мы с вами, наверное, полностью эволюционируем и, ну, как бы, наверное, пройдем все-таки эту вот игрушечку. Посмотрим. Так, на этот раз мы не сумели, конечно же, поймать нашего паренечка, но ничего страшного. Я думаю, что в следующий раз мы его обязательно поймаем. Так, давайте мы покупаем эти тогда призраки. И еще один призрак. Так, отлично, это все дело объединяем. И вот, ребятки, у нас получается вот такой вот новый зомби. Также, помимо призраков, мы можем прокачивать еще себе power и доход. Но я думаю, что мы это будем прокачивать чуточку позже. Все-таки у нас в приоритетах прокачать сначала, ребят, нашего монстра. И пускай он не будет там суперсильный, и пускай мы не будем там очень далеко забрасывать вот этого вот нашего противника, ну, точнее, эту девушку, которая от нас убегает. Но зато мы, ребятки, с вами прокачаем сегодня все, что только можно здесь прокачать в этой вот игре. И, кстати, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня на канале каждый день, ребят, выходят новенькие крутые видосики. Так, нам еще пройти нужно один уровень, и у нас будет новая, ребятки, эволюция. Ой, мы случайно подобрали не то, что нужно. То есть, смотрите, мы когда подбираем красную книгу, мы тогда эволюционируем в обратную сторону. Нам нужно подбирать только черепочки. Так, ну мы снова не догнали, ребят, эту девушку. Ну, ничего страшного, не беда. Так, покупаем, ребятки, этих всех призрачков. Так, объединяем. И что у нас получается? Чтобы эволюционировать еще один раз, ребят, нам нужно пройти еще эту вот миссию. Знаете, что я думаю, ребят? Наверное, что все-таки мы сегодня пройдем с вами только одну эволюцию. Эволюцию зомби. А уже, если эта игрушка вам понравится, мы тогда сыграем еще и третью часть, где будем играть за эволюцию вампиров. Поэтому, знаете, что я буду прокачивать? Я буду еще прокачивать силу. Я просто решил все прокачивать, не только, ребятушки, этих вот призраков, но и доход, а также силу, чтобы как можно дальше забрасывать вот таких вот пухленьких паренечков. Так, отлично, мы его поймали, и дальше, чем 2 и 3 икса, мы его закинуть, к сожалению, не можем. Так, вот смотрите, 2 и 3, и все. А, вот уже на 2 и 4. Ну, это из-за того, что мы прокачали с вами немножечко силу. Так, хорошо, давайте мы тогда наши денежки потратим на призраков, и все-таки эволюционируем до третьей эволюции. Посмотрите, какой стрёмный зомби получился у нас, да? Так, ну, хорошо. Это пока что все, что мы можем здесь прокачать. Побежали. Да, действительно, ребят, я, скорее всего, буду снимать по этой игре еще третью часть. В принципе, первая часть вам, ну, судя по удержанию, довольно-таки понравилась. Поэтому, наверное, мы сыграем еще и в третью, ребятушки, в третью часть, на третью серию по данной игрушечке. Так, отличненько. Давайте-ка мы тоже его как можно дальше закинем, этого паренька. И теперь мы его отправим на X2 и 4. Дальше, чем эта отметочка, мы пока что, ребят, забрасывать его не можем. Так, хорошо, чтобы нам еще здесь прокачать. Ну, давайте призраков, так и быть. На все деньги покупаем призраков. Ну, и давайте на этот раз мы поймаем, ребят, эту девушку. Нам очень важно ее поймать, потому что, когда мы ее ловим, мы тогда, ребят, получаем какие-то дополнительные бонусы. Так, наш зомби спокойненько доходит до финиша. Угу. И, ребятки, подождите, а что он делает? Он, получается, высасывает из нее душу, мне кажется. У нас есть 75 призраков, и давайте мы себе купим вот еще парочку. Так, объединяем вот это вот все. И сейчас, наверное, ребятки, у нас будет новая эволюция. Мне что-то подсказывает. Так, да, ребят, действительно, смотрите, наш зомби эволюционировал. А что, в принципе, поменялось у него? Он оброс каким-то мхом. Угу. Ну да, смотрите, он был вот такой вот. Подождите, сейчас я вам покажу. Он был вот такой, а потом у него появился какой-то мох на спине. То есть это вся его эволюция, но скажу вам честно, эволюция, ну когда мы проходили эволюцию за ту вот невесту, мне она понравилась немножечко, ребятки, больше, чем эволюция вот за этого зомбарика. Ребят, как бы мы не старались с вами эволюционировать сегодня до вампира, но, наверное, что вряд ли мы это сделаем. Поэтому давайте-ка, наверное, будем прокачивать все-таки силу, а также вот это вот бонус, да, это получается, наверное, дальность полета. Так, мы снова поймали этого паренька. Единственное, что мне не очень сильно нравится в этой вот игре, так это то, что здесь довольно-таки короткие какие-то уровни. Да, они довольно-таки маленькие. И... А что будет, когда мы пробьем, ребят, вот эти вот врата с черепом? Вот серьезно, может быть, откроется что-то дополнительное, какие-то дополнительные бонусы. Поэтому давайте мы, знаете, наверное, что будем прокачивать с вами силу. И по возможности призраков вот этих вот. Так, давай. Да ёшкин кот, почему я не могу попасть на них? Так, все отлично. И, в принципе, нажимаем старт, ребят. Угу. Видите, с каждой эволюцией мы становимся все быстрее и быстрее. И теперь нам вообще, знаете, не составляет ни особого труда поймать вот этого вот бегущего паренька, который убегает от нас. Так, следующая эволюция будет эволюция вампира. Мне кажется, что она будет намного эпичнее, ребят, чем эволюция зомби. Но вы, в свою очередь, напишите в комментариях, хотите ли вы следующую часть. Так, а мы с вами будем дальше прокачивать силу, потому что я все-таки, ребят, хочу пробить вот эти вот врата. Нам еще надо пройти как минимум 2 миссии, ну, точнее, вот эту вот и еще одну, и тогда мы точно, ребятушки, те врата с вами пробьем. Мне просто интересно посмотреть, что же будет, если, ребятушки, эти врата разрушатся. Так, но мы сейчас, ну, точнее, скоро с вами посмотрим, что же произойдет. Может быть, в принципе, даже и сейчас. Нет, ребят, еще один раз нам нужно прокачать силу. Так, ну, давайте мы прокачаем силу, и по идее, ребятки, мы теперь должны с вами их пробить, эти врата. Сейчас посмотрим, что получится. Может быть, какие-то реально новые монстры у нас откроются. Не знаю. Сейчас увидим, ребят. Так, доходим до финиша. И как можно дальше нам нужно отправить эту девушку. Давай-ка, зомби, постарайся это сделать. И, ребятки, смотрим, пробьются ли они или не пробьются. Так, стоп, мы их не пробили. А, я понял, ребят, чтобы пробить дальше врата, нам нужно прокачивать бонус. Вот, мы теперь бонус прокачали до 4 уровня. Мне все стало, в принципе, понятно. Эти врата, ребятки, мы пробить не можем, потому что это получается, когда мы прокачиваем бонусы, бонусную эту вот шкалу, то тогда они немножечко двигаются. Вот смотрите, по идее, сейчас они должны продвинуться вперед, эти врата. Да, видите, ребят, они все-таки вперед немножечко продвинулись. Это посмотрите, сколько там есть иксов. Ничего себе, очень много, ребят. То есть эта игра, мне кажется, будет еще обновляться и будет. Поэтому что-то мне подсказывает, что в эту игру мы с вами будем играть явно больше, чем 2, либо, ребятушки, 3 раза. Ну а пока что, я думаю, что на этом свой ролик я буду заканчивать. Если он вам понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Я желаю вам всем удачи и до скорой встречи.